Давайте приступим к распаковочке. Коробочка, как видим, немножко кто-то ее подфутболил, примятая. Вот, поэтому давайте открывать. Телефончик заказал у меня человек, то есть это я брал не для себя, а под заказ, поэтому обзорчик я на него, скорее всего, сделать не смогу, так как он сегодня же уйдет к хозяину. Так, ну что ж, смотрим. Смотрим, продавец нам положил вот такую, такие ножницы, степлер, да, для вырезания сим-карт. Спасибо ему огромное. Еще вот такие три подарочка. Рыбка, стилус и подставочка. По-моему, это подставочка, да. Вот так можно ставить телефон. Положил продавец подставочку. Спасибо. Так, а что тут за ножницы хоть? У меня есть такие? Наподобие, наверное. Сейчас посмотрим, какие они. Так, что тут еще? Так, все высыпалось. Ага, идут еще вот такие вот переходнички два. Под обычную сим-карту, для микро. И идет скрепка. Интересно. Спасибо продавцу огромное. Так неожиданно. Продавец вообще непроверенный. В общем, у него там 86 продаж всего-навсего. Но вы так знаете, что я люблю рисковать, поэтому я вот рискнул, заказал. Но телефон должен быть просто бомбовский по характеристикам. В общем, идет он двухъядерный, но в нем установлено 16 гигабайт встроенной памяти и 2 гигабайта оперативной памяти. И камера должна быть 8 мегапикселей. Вот такая вот, такие характеристики должны быть. Так, давайте сейчас взглянем, что у нас тут в комплектации. Так, здесь все ясно, мануал. Так, это что у нас? О, это еще и чехол он положил. Ну, вообще, конечно, молодец. Вот такой прозрачный. А, он даже не прозрачный, он матовый. Сзади матовый, по бокам прозрачный. Вот такой силиконовый чехол положил. Спасибо продавцу. Я думаю, мой покупатель будет доволен, столько подарочков. Смотрите, вообще класс. Так, что наушники идут без коробки пластиковой, просто в такой вот пленочке. Так, скрепка здесь, кабель здесь и зарядное устройство, но не под наши российские розетки, но ничего страшного, переходник найдется. Так, есть такое дело. Ну и смотрим сам. Так, а что здесь, еще что-то? Так, еще и пленку положил. Ну вот это он дает, китаец, конечно, еще и пленку положил в подарок. Так, смотрим. Телефон. Так, на телефоне уже наклеена пленка. В принципе, неплохо. Ни пузыриков, ничего нету. По бокам также защитная вот эта зеленая пленка наклеена. Так, что? Сзади наклеено. Ну, сзади коряво, конечно. Как видите, тут с пузырями, но это так. Так, яблоко. Не наклеено. Просто я смотрел сейчас, особенно айфоны 6, кто заказывает с Китая, просто наклеенное яблоко идет. Здесь оно не наклеенное, оно не прощупывается даже. Так, ну на внешний вид выглядит очень даже неплохо, скажу я вам. Так, да давайте посмотрим, включим его. Работает он хоть вообще? Так, ну смотрим, что уже загорелось яблочко, включается он, значит. Это хорошо. Вот, идет, как я уже сказал, 2 гига оперативки, 16 встроенная, 4.2.2, по-моему, Android стоит, и что еще у нас, 8 мегапикселей камера, да, 8 мегапикселей камера. Так, ну что, смотрим, включился. Разблокируйте, уже стоит русский язык. Да, вот центр уведомлений, пункт управления, не беспокоит, все. Все уже на русском, отлично, спасибо китайцу. Ну, перевод, в принципе, да не в принципе, перевод нормальный, без всяких там корявых, непонятных слов, да, под русский язык, который закошен. Бывают такие переводы неправильные. Здесь все хорошо, все ровненько написано. Так, что об этом устройстве, давайте посмотрим. Смотрим, емкость 16 гигабайт, доступно 1599, версия 7.1, ну это понятно, да. Что у нас еще тут? Та-та-та-та-та-та. Прошивка 4.2.2, да, как я и говорил. Так, 4.2.2. И теперь посмотрим. Да, вот 2 гигабайта оперативной памяти, как я вам говорил. Внутренняя память, видите, 2 гигабайта. И
Встроенная, 16 гигабайт стоит. Все, как и было заявлено продавцом. Ну что же, неплохо. Это уже хорошо. Так, кнопка механическая, нажимается. Ну что, смотрите, работает плавненько. Очень даже плавненько, скажу я вам. Сколько у меня было таких телефонов, но вот этот, по-моему, первый, который у меня есть, все-таки они разобрались, видно, научились подделывать. Очень даже неплохо подделали. Так, смотрим, яркость на всю у нас, все тут на всю. Шторочка сверху тоже опускается. Ну что, картинка, как видите, вот этот параллакс эффект имеется. Вот она плавает, как бы, я не знаю, будет вам видно, нет? Но задний фон двигается интересно. Все под оригинал. Ну, вообще класс. Так, что у нас тут? FPS, естественно. Экранчик хороший такой, четкий. Вот, поближе вам. Ладно, не фокусируется. То есть, как видите, все сделано очень даже неплохо. Кнопочка, все. Тут что у нас? Шурупчики. Под оригинал. Здесь качельки. Так, это у нас... Да, вот выключился звук. Беззвучный режим. Ставится кнопка. Все как положено. Качельки громкости. А, вот да, даже слот под сим-карту, видите, заклеен синей защитной пленкой. Интересно, интересно. Так, ну давайте камеру посмотрим. Камера 8 мегапикселей, говорил продавец. Так, сейчас мы сфоткаем что-нибудь. Так, с автофокусом же, наверное. Так, ну да, да, да. Автофокус имеется. Так, смотрим. Смотрим. Ну что? Даже очень-очень неплохо, ребятки, смотрите. То есть, вообще просто... Просто супер. Блин, классный телефончик, мне нравится. Может, себе заказать, что ли? Не знаю. Может быть, и себе закажу даже. Блин, так он мне что-то понравился. Компас имеется, компас. Так, компас работает. Да, смотрите, еще компас работает. Что-то в одну сторону показывает постоянно. Интересно. Интересно. Так, что у нас? App Store. iTunes имеется, к акции. Ну, это понятно все. Погода, часы, карты. Блин, ну выглядит вообще, конечно, как оригинал. Очень сильно похож. Главное, что не лагает, ребят. Вот это самое главное. Все блокируется. Блин, ну выглядит шикарно, конечно. Выглядит шикарно. Просто супер. Просто супер. Ох, жаль, обзор не смогу на него сделать, потестировать. Просто сейчас отдам человеку, и он уже будет сам там с ним разбираться. Ну, в принципе, если будут какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь. ВКонтакте можете задавать вопросы, потому что ссылочку я оставлю под видео на нашу группу ВКонтакте. Вот, поэтому заходите в нашу группу, регистрируйтесь, и, в принципе, я, конечно же, потом поинтересуюсь, как он себя, как он живет, как он работает. Блин, ну на первый взгляд, конечно, очень даже неплохо. Интересно. Выполнено неплохо. Вот, поэтому я ВКонтакте смогу вам ответить потом, хороший телефон, либо плохой. Вот, ну не знаю, может себе заказать на продажу. Может закажу, да, посмотрим. Ну все, на этом все, наверное, будем закругляться. Вот такой вот айфончик пришел нам. Копия 5S, довольно-таки неплохой. Спасибо продавцу за эти шикарные подарки. Вот. Ссылочка будет на телефончик под видео, поэтому в описании видео, поэтому если интересуетесь, можете зайти посмотреть цены. Вот. У него там есть два варианта, есть подешевле, но он дешевле, там идет 512 оперативки и встроенной, не помню даже сколько. Вот. А это идет, по-моему, и самая дорогая комплектация, вот квадро что-то там, квадро какой-то, вот, и в нем идет уже 2 гига, 16 встроенной и 8 мегапикселей камера. Вот, ну, вроде все совпадает. Спасибо продавцу еще раз за подарки. И вам, конечно же, спасибо за просмотр. Если еще не подписались, обязательно подписывайтесь. На этом мы будем закругляться и ждать очередных
новых посылок и видео, конечно же. Ну все, ребятки, здоровья вам, успехов в вашей жизни. Пока-пока.